Итак, в этом видео мы разберем, как повысить FPS для наших игр, как понять, что где проседает. Немножко коснемся этой темы. Вот у нас есть окно игры, и здесь у нас есть статистика. То есть запускаем для начала статистику, запускаем игру и смотрим, сколько вообще сейчас FPS доступно. Это все зависит от самой машины, на котором запущена эта игра. Вот. И нагруженности системы в данный момент. Поэтому пока что анализируем именно для нашей машины. Вот, у нас где-то в среднем 270 FPS. Отлично. Теперь делаем то же самое, но с помощью окна Profiler. То есть мы открываем Window, Analysis и Profiler. Вот у нас наш Profiler. Пока что его сделаем, привяжем куда-то. Там мы его можем привязать. Привяжем вот сюда. Далее. Запустим обязательно запись. И запустим Deep Profile, чтобы нам посмотреть на вызовы разных методов. Отлично, теперь запускаем игру. Игра запускается. Здесь стартовое значение, инициализация. Дальше мы что-то там поделали и нажали паузу. Теперь можем посмотреть. Вот, что вообще произошло. Вот, у нас здесь разные окошки. Например, загрузка процессора, рендеринг изображений, сколько памяти что занимает, там, нагрузка видео-аудио, физики 2D. Мы видим, что 3D мы не используем, 2D, вот есть у нас физика. Нетворкинг, вот, с сетью мы не работаем, поэтому здесь нет. Рендеринг UI, ну и так далее. Глобальное освещение, да, это все можно запечь. Вообще не уверен, почему оно здесь должно работать. По идее, у меня не используется, хотя может и используется, надо посмотреть. Вот. Окей, и в зависимости от того, на что мы нажимаем, например, на memory, нам здесь внизу показывается информация. На аудио, информация и так далее. Сейчас нас интересует вот этот файлик. Мы нажимаем на CPU Usage, вот, и выбираем какой-то отрезок времени, на который мы хотим посмотреть. Например, на вот этот отрезок, либо просто на какой-то стандартный. И если вы видели в начале, у нас был такой большой пик, а потом спуск. Первый, насколько я понимаю, это запуск всех методов Awake Start. Вот, они подгружаются, поэтому первый запуск, конечно же, длинный. Далее игра в стандартном режиме, и вот эти пики могут говорить о том, что запускается либо какой-то сложный метод, какое-то вычисление, либо запускается garbage collector, в общем. Окей. Что мы можем узнать по этому списку? По этому списку в CPU usage мы узнаем, какие методы у нас есть, вернее, какие процессы у нас запущены. Справа мы видим вот загрузку процессора каким-то конкретным действием, сколько вызовов было, какое количество памяти у нас хранится в нашем... В общем, как это сказать? В общем, сколько у нас памяти будет достигнуто перед тем, как мы соберем мусор. Ну, как-то так. Я не уверен, что именно это обозначает, но здесь вызов garbage collector, в общем. И сколько памяти будет до того, как он вызовется. Как-то так. Вот, далее. Время в миллисекундах, сколько заняло это вот это действие какое-то. Вот. И давайте посмотрим. Возьмем какое-то такое значение. Посмотрим, что всего у нас 70% загрузки. Допустим, здесь 300 байт в вот этом garbage collector alloc. И 1.5 миллисекунды вот именно player loop занимает. 4 миллисекунды editor loop. А вот, я не уверен в том, ну, что именно за editor loop. По идее, это эдитор связан с эдитор модом. Вот, ну, я не уверен. Окей, что можно еще посмотреть?
например, player loop, мы открываем и смотрим, какой из методов занимает больше всего. Например, больше всего по памяти, либо больше всего по загрузке процессора. И мы видим, что, например, скрипт runBehaviorUpdate занимает целых 5% процессора. Но в то же время 300 байт идет от GUI Repaint. Вот. В принципе, здесь все окей. Если бы какой-то наш метод сильно бы ел память, он бы здесь показался, и мы бы посмотрели, что действительно наш метод ест сколько-то памяти. Ну, или память, или занимает процессорного времени. Дальше, есть такой, скажем, второй случай, когда у нас загрузка минимальная, но, допустим, в GC-Alloc очень много памяти загружается. И это значит, что если он вызывается, допустим, каждый кадр, то эта память накапливается и будет запущен garbage collector. Когда он запущен, естественно, это нагрузка на систему, и игра начинает потихоньку тормозить. Конечно, в новых версиях Unity обновили систему garbage collector, который запускается чаще и, скажем, более оптимизирован, поэтому фризов резких не должно быть, но понятно, что они все равно будут. Поэтому мы смотрим на то, сколько памяти потребляет, и пытаемся как-то это решить. Вот. Дальше. Можем посмотреть, например, на рендеринг. В рендеринге мы можем посмотреть, сколько у нас дроуколов и так далее, и подумать о том, если у нас есть нагрузка большая, о оптимизации текстур. То есть, если мы смотрим, что здесь очень много памяти используется, тогда нам нужно ее как-то оптимизировать. Также на вот эти пики смотрим и смотрим, кто там что вызвал. Вот. В принципе, у нас здесь fixed update вызвался 0,6 миллисекунд. И смотрим, что у нас какая-то корутина вызвалась и заняла вот этих 0,6 миллисекунд. Поэтому, как бы, можем подумать, нужно ли нам ее оптимизировать. Возможно, как-то мы ее сможем оптимизировать. Окей, надеюсь, такое вводное введение в профайлер было полезно, и всем пока.